Мэр Геннадий Труханов продолжает борьбу за возвращение улицам прежних названий. Сегодня городской голова завел разговор на сессии о проспекте маршала Жукова, который несколько лет назад стал проспектом Небесной Сотни, и об улице 25-й Чапаевской дивизии, которая теперь названа в честь Дмитрия Инглези. Переименование, напомню, проходило в тот период, когда областью руководил Михаил Саакашвили. Обе улицы попали под закон о декоммунизации. Впрочем, мэр Геннадий Труханов так и не считает и готовится к затяжным переговорам, в том числе и с региональным представительством Института национальной памяти. Аргумент мэра: Георгий Жуков вел борьбу против нацизма, а значит, не подпадает под нормы закона. Я уверен, что определенные политические партии и течения будут использовать это в своей предвыборной риторике, тем самым провоцируя различные движения в городе. А потом будут судорожно искать виновных. Кто же это сделал? Опять же, это относится к истории нашего города. Поэтому для того, чтобы мы ответили себе и людям очень правильно, взвешенно, проработав данный вопрос и не вызывая волнений, я направил письмо в топонимическую комиссию с просьбой рассмотреть этот вопрос. И направил соответствующие письма в региональное представительство Института памяти.